Крупные разобрали просто в лед. Новиночки для любимых мужчин. Не надо покупать это опасное удобрение. Рядом вторая новая расцветка в пастельных тонах. Букатини надо попробовать. Пасху будем скоро стряпать? Всем огромный привет и спасибо, что вы смотрите это видео. Мы в магазине «Светофор», город Каменск-Уральский, улица Октябрьская, дом 113. Кто еще не успел подписаться, подписывайтесь и ставьте лайки. А также включайте колокольчик, а если нет, то наш канал, скорее всего, затеряется для вас на просторах Ютуба. Много новинок сегодня и интересных товаров. Но есть и такие, которые я не буду вам рекомендовать и сама не куплю их. Видео будет интересным. Приятного всем просмотра. Начнем с самого входа в светофор. Встречает нас овощи. Лук репчатый, нафасованный. Выглядит неплохо. Размер луковицы средний. Цена 18 рублей. Привезен из Казахстана. Рядом капуста пекинская из Башкирии. По цене 68,90. Свежие тугие вилочки. Мы покупаем часто такую. Редьки немного осталось. Витамины весной всем нужны. По цене 28,50. Редко. Вот так выглядит картофель. Привезен с Екатеринбурга. По цене 12,50. Лучше всего сегодня выглядят огурцы свежие, выращенные в теплицах Башкирии. Цена 114,90. Крупные плоды помело из Турции. По цене 79,90. И по такой же цене лимоны. Но остались уже почти несъедобные плоды. Яблоки только что выложили, еще нет цены. Одна из новинок сегодня в светофоре и такая своевременная к Пасхе – это набор пасхальный. В наборе несколько пакетиков. В них дрожжи хлебопекарные, сухие и быстродействующие, ванилин, жидкие красители для яиц, кондитерская подсыпка трех видов. Вот такими мелкими крупинками, очень яркие. Вот такие звездочки. Вот такая еще яркая пестрая подсыпка. Изготовитель – торговый дом АБС «Свердловская область». Цена 56,90. Выпекать пасхальные куличи можно будет вот в такой духовке «Уралочка». Объем духовки 39 литров. Имеется таймер на 90 минут со звуковой индексацией. В комплект духовки входит один противень и одна решетка. Верхний и нижний – открытые нагревательные элементы. Регулировка температуры от 50 до 300 градусов. Мощность 1300 Вт. 2843 рубля, Россия. Двигаемся дальше. Здесь в светофоре сегодня вот такая новинка. Горчичный жмых измельченный. Я впервые увидела его в светофоре. Ни в коем случае его не покупайте и не применяйте его в своем саду и огороде. В этом жмыхе содержится много масел, в том числе технических, которые испортят почву и загубят урожай. Объем 2 литра, 65 рублей 90 копеек. Черенок березовый, 4 сантиметра в диаметре, длина 1,2 метра. Садоводам понравится цена черенков, 29 рублей. Почти даром, как сказала одна покупательница. Но они еще сырые, видимо, очень тяжелые. Меня они не очаровали. Я лучше куплю подороже, но полегче. И снова для садоводов новые инструменты для работы в саду. Лопата совковая, грабли витые, очень прочная. Лопата, вот такая еще есть лопата, штыковая. Посмотрите, какие грабли веерные, проволочные. Не знаю, насколько они прочные, все эти инструменты. Не удалось прочитать материал, из которого они сделаны. Цена 72,50. Рядом пакеты для мусора на 60 литров. В упаковке 100 штук. Пакеты для хозяйственного и прочего мусора. Также и для сада пригодятся. Цена 60 рублей. Поступили в продажу новые наборы ковриков для ванн. Новый привоз, новые расцветки. Два коврика в наборе. 0,5 на 0,5 метра маленький коврик. И 0,5 на 0,8 метра большой коврик. Материал полиамид. Красивое покрытие тафтингом. Обработано оверлогом очень аккуратно. Низ – основа белый войлок. Рядом вторая новая расцветка в пастельных тонах.
Цена 263 рубля 90 копеек. Россия. Продажа новинка. Джемпер с длинным рукавом. Трикотажное изделие из хлопчатобумажной пряжи. 100% хлопок. Размер 46 по 60. Приятные цвета. По цене 105 рублей ровно. Новинка в светофоре. Это бытовая монтажная пена для наружных и внутренних работ. Всесезонная. Можно использовать по назначению при температуре от минус 10 до плюс 30 градусов. Баллон емкостью 1 литр. Используется с удобной трубочкой-адаптером. Произведено в городе Жуковский. Цена 135 рублей 90 копеек. Кофе «Ля Голд» – 100% натуральный растворимый кофе. Насыщенный вкус и аромат. Масса 93 грамма. На этикетке указаны и дата изготовления со сроком годности. «Штраус. Россия». Цена 100 рублей 90 копеек. Здесь же в продаже сублимированный растворимый кофе «Арома де Бразил». Масса кофе в стеклянной баночке 95 грамм. Примерно на 40-45 чашек. Срок годности 36 месяцев. Цена 100 рублей 90 копеек. Буккатини. Интересная новинка. Из твердых сортов отборной пшеницы. Сделана в Кыргызстане. Буккатини – это название означает, что это спагетти с отверстием в центре. Лучший продукт 2019 года. Профессиональная дегустация. Вес 700 грамм. Цена 45,90. На ценнике почему-то написано «лапша буккатини». На упаковке рекомендации, как их правильно варить. Надо взять попробовать обязательно. Рядом спагетти торговая марка «Алмак». Алтайские макароны. 900 грамм в пакетике. Из твердых сортов пшеницы. Группа А. Высший сорт. Цена 39 рублей. Еще новинка. Печень минтая по-приморски. Производим консервы только на Дальнем Востоке. Объем 240 грамм. Изготовлены по ГОСТу в городе Находка. Цена 43,90. Новое поступление домашней обуви. Внутренняя часть из однотонного искусственного меха. Бабуши женские, меховые. Расцветки на любой вкус. По цене 274,90. По такой же цене мужские, дедуши. Эти размером 44, но есть и поменьше. Продажа сапоги мужские, Аляска, на липучке. По цене 462 рубля. И женские с таким же названием в такую же стоимость. Новиночка в нашем светофоре. Первый раз вижу такие необычные тазики. Почти прямоугольной формы, цветные. На 16 литров. Таз глубокий, ручки удобные. Он может пригодиться на даче, занимает не так много места. Хотя это спорный вопрос, удобно ли будет стирать в тазу такой формы. А вы как считаете? Материал полипропилен. Изготовитель ИП Панков, Красноярск. Цена 78,90. Рядышком вот такой таз на 18 литров, голубого цвета. Форма у него обычная, круглая и нам привычная. Цена 88,90. Кому нужны большие тазы? Продажи таз на 24 литра. Цена 99 рублей. Цвета разные. Голубой, малиновый, коричневый и серый. В общем, на любой ваш вкус. Выбирайте. По-прежнему в продаже вот такие замечательные, очаровательные детские наборы для завтрака. Из трех предметов. Тарелка 19,5 см, салатник 12,5 см и кружка объемом 250 мл. Материал натрий кальций силикатное стекло. Наборы с декором забавных мультяшных героев. Дизайн яркий и привлекательный. Цена 199 рублей. На обратной стороне коробочки имеется раскрашка этого же мультяшного героя. И ребенок с удовольствием ее раскрасит. Конструктор для девочек. Мир чудес. Сборка конструктора способствует развитию мелкой моторики, усидчивости, логики и воображения. Всего 440 деталей. И прилагается подробная инструкция по сборке. Сделано в Китае. Цена 737 рублей. По-прежнему в продаже картины по номерам в ассортименте.
Это популярное, увлекательное занятие. На обратной стороне коробки есть подробная инструкция о том, как рисовать. Написано все очень подробно и доходчиво. Я считаю такие картины отличным подарком, как ребенку, так и взрослому. Цена 285,50. Кто еще не успел купить семена овощей и цветов, успевайте, их очень хорошо разбирают. Эти семена я уже показывала в прошлых обзорах, ссылку на них оставлю в конце этого видео. Вкратце могу сказать, что в одном пакетике вы найдете 5 разных сортов семян овощей, зелени или цветов. Производитель Ефременко, Россия. Цена 17 рублей. На сегодня все. Спасибо, что были с нами. Если видео было вам полезным, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. И не забывайте включать колокольчик, чтобы первыми узнать о новых видео. Всем вам пожелаю огромного здоровья и хороших и нужных покупок. Мы с вами обязательно увидимся скоро. Пока-пока!